Добрый день, друзья. Меня зовут Олег, я партнер компании PowerMatrix из Екатеринбурга. Сегодня эту презентацию проведу я. Пожалуйста, поставьте плюсики, если слышно меня хорошо. Сразу отвечаю на вопрос. Да, запись вчерашнего вебинара будет, наверное, где-то через час-полтора. Ссылка на вебинар вчерашний, на запись будет в чатах. Опубликовано. Большое спасибо. Итак, я сегодня коротко расскажу о компании PowerMatrix, об этой уникальной продукции и такой удобной партнерской программе маркетинг-плане. Вы бы хотели, чтобы ваш доход был больше, к примеру, дополнительно 100, 200, может быть 300, 500 тысяч рублей в месяц. Посмотрите, сколько теперь появилось возможностей у людей с чуть большим доходом. Это и новые удобные квартиры, будь то, вернее, и где удобно всем членам семьи, с отличным видом на город, рядом может быть парк, удобные планировки. Это и загородные коттеджи, где также можно собираться всей семьей, встречаться с друзьями, проводить время в прогулках по природе. Деньги дают возможность путешествий. Наверное, все из нас хотели побывать в странах Европы, на экзотических островах, может быть, поучаствовать в морских круизах. Деньги дают возможность выбрать автомобиль на свой вкус. Деньги – это и возможность участия в событиях, в которых нам хочется, почему бы не побывать в каких-то очень интересных концертах или спортивных мероприятиях. Но если обобщить, то что дают деньги – это и качество жизни, и образование будущих детей, и качество питания, и возможность отдыха, и свободное время, решение проблем с жильем, будь то квартира или дом, и автомобили, и путешествия, и возможность заниматься любимым делом. Возможность самосовершенствования, это личная независимость, это возможность заниматься благотворительностью, что для многих сейчас также очень актуально и важно. Неужели мы согласны, что не увидим всего этого? Неужели мы оставим все как есть? Что вы реально хотите и что чувствуете? Может, настало время работать на себя? Ну, а для достижения цели нужен удобный и надежный инструмент. Или, если по-другому сказать, то транспорт, который доставит нас к нашей мечте. И сегодня я хочу вам рассказать о таком транспорте. Это компании PowerMatrix. Торжественное открытие компании намечено на октябрь 2016 года. Сейчас компания находится на этапе предстарта, предоткрытия. Президент компании Игорь Минин, это ведущий российский бизнес-консультант в области MLM, президент Межрегионального центра развития сетевого маркетинга с 1998 года, президент Евразийской академии сетевого маркетинга с 2001 года, основатель, главный редактор издания «Планета MLM», которая выходит с 2003 года. Также он является одним из основателей и руководителей российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса, которая была образована в 2002 году. Многие еще помнят его речь в колонном зале Дома Союзов на первом съезде партии, где он говорил о социальном эффекте от сетевого маркетинга. Также он является руководителем департамента Российской ассоциации геронтологов и гериатров. В научно-экспертный совет PowerMatrix входят кандидат медицинских наук Любовь Викторовна Засорина, это врач-эндокринолог высшей категории. Она является председателем совета. Вот как раз все ее знают по вебинарам, наверное. Также кандидат медицинских наук Анатолий Васильевич Наговицын, кандидат биологических наук Ирина Петровна Пяндина, кандидат технических наук Анатолий Александрович Стихин, академик Академии медико-технических наук Андрей Николаевич.
доктор медицинских наук Лариса Вячеславовна Чернецова и доктор медицинских наук Любовь Прохоровна Волкова. Производство компании PowerMatrix. Это компания BioPharm. Производственные мощности в Москве. В основном руководитель, кандидат медицинских наук Анатолий Васильевич Наговицын. Производство сертифицировано по жестким стандартам международным GMP и ISO 9002. Подготовка воды осуществляется по технологиям, также очень таким серьезным, MiliQ. Это коротко такая официальная информация о компании PowerMatrix. На самом деле у каждого свои причины, почему они выбирают PowerMatrix. Вот для меня очень много причин сошлось здесь. Я расскажу только о некоторых. Во-первых, компания PowerMatrix – это российская компания. И сейчас это стало актуально как никогда. С одной стороны, людям сегодня важно осознавать свое участие в развитии экономики именно своей страны. С другой стороны, вот те колебания курсов валют, которые мы наблюдаем в последние полтора года по отношению к рублю, конечно, тут тоже нам предлагают обратить внимание на российские компании, потому что когда цены за месяц-два изменяются в два раза, это не очень интересно. Ну и также тут есть такой политический момент. Сейчас очень трудно, допустим, приглашать в компании в те же американские, потому что очень много людей настроено очень скептично к Америке и, допустим, в турецкие и так далее. PowerMatrix – это поддержка российской науки. Основная продуктовая линейка – плод многолетней работы группы российских ученых в нескольких научных, физических и биологических центрах. Средства, получаемые от продаж, идут на продолжение научных исследований. Сейчас заключаются все новые договора с различными научными организациями. Конечно, не знаю, как для вас, для меня это тоже очень важно, что наша деятельность как-то помогает российской науке. PowerMatrix – это прорывной продукт, инновационность, эксклюзивность, объективная высокоэффективность, простота в применении и хранении, предельная компактность. Положительные результаты по многим препаратам появляются уже после первого использования. Продукция максимально актуальна в современном мире. На сегодняшний день в продуктовой линейке PowerMatrix более 30 наименований. Буквально в эти дни, сегодня, я думаю, происходит поступление нового продукта, о котором в вчерашнем вебинаре вы могли услышать. Это продукт для контроля веса и аппетита, антифам. Он у нас в двух вариантах, 1.2. Подробнее вот было вчера, и запись это будет. А так, есть линейки PowerMatrix и универсальные препараты, такие как, допустим, Matrix Relictum, Matrix Lor. Ну, Lor не совсем универсальный для лор-органов, но такие как Relictum, Angel, Selen, которые направлены на организм в целом, и есть препараты, которые предназначены на определенные, направлены на определенные системы органов, допустим, Matrix Кардин для сердца, Matrix Гепард для печени и так далее. Для бизнеса это очень удобно, потому что у нас конкретно препараты по системам и органам. То есть, если человек жалуется на печень, то есть ему уже ясно, что рекомендовать конкретно. Это, конечно, упрощает нашу работу, потому что мы здесь в основном не врачи и мы никого не лечим, но вот рекомендации можем дать свободно, потому что тут все понятно. Я не буду, конечно же, о продукте много говорить сегодня, потому что цели у меня иные сегодня, но остановлюсь на Matrix Visum. Это первый продукт, который у нас появился в компании. И я называю его идеальным продуктом для сетевого маркетинга. Именно с точки зрения бизнеса, рассматривая его.
Matrix Vision — это разработка российских ученых, как в принципе и вся остальная продукция Power Matrix. Советская и российская наука продолжает удивлять и давать поводы для гордости. Matrix Vision создан на рубеже различных наук, как чаще всего и бывает с прорывными научными технологиями. Но я тоже вспоминаю свою научную деятельность в нашей науке, когда пришли с других научных организаций математики, они сразу увидели те проблемы, которые у нас есть в науке, и именно в этой точке наука очень сильно продвинулась, потому что они принесли какие-то свои новые знания, которые не, и методы, которые не использовались в нашей науке, и в этом, в этой области произошел прорыв. Здесь также физики и биологи, объединившись, дали возможность, ну, вообще, объединение вот этих физиков и биологов дала возможность понять процессы, которые невозможно было объяснить отдельно в рамках биологии или физики. Matrix Vision прошел успешные клинические исследования. Медицинские кафедры московских вузов и офтальмологические НИИ в своих исследованиях подтверждают эффективность Matrix Vision. Matrix Vision – это наукоемкий продукт с подтвержденными научно-медицинскими результатами. Вы также можете посмотреть ролик с Волковой, допустим, у нее даже докторская диссертация была основана на результатах применения этого препарата. Matrix Vision очень компактен, всего лишь 10 мл, но сейчас идет по акции 15 мл, то есть у нас треть мы получаем бесплатно. Но все равно это очень такой удобный для бизнеса объем, можно всегда взять с собой, на любую встречу продемонстрировать, поехать в любой регион, взять продукцию, не составляет труда. Вопрос сразу отвечу. Людмила задает вопрос: используя только визум без дополнительных препаратов, можно ли получить положительный результат по зрению? А, конечно же, можно. Это такой очень универсальный препарат Matrix Vision. Только используя его, можно получить очень хорошие результаты, и у нас получают его. А поэтому в стартовый пакет иногда люди берут просто 4 Matrix Vision, чтобы просто курс пройти полностью, а не принимать там один месяц, чтобы несколько месяцев хватило. Почему рекомендуют еще дополнительные препараты? Потому что у нас различные бывают проблемы. И для более быстрого эффекта иногда действительно рекомендуют и Matrix Coronar, допустим, который улучшает циркуляцию крови, потому что восстанавливает капилляры и сосуды. Или, допустим, Matrix Relictum, который также в целом положительно влияет на организм. Заболевания глаз – это системные заболевания, то есть это не обязательно только органы зрения. Здесь могут быть причины и в каких-то других органах. Поэтому принимать вместе с Matrix Vision, там, допустим, и Salutum, и Relictum, и Coronar, будет просто эффект будет, может быть, быстрее и все это эффективнее. Но только Matrix Vision, конечно же, дает эффект. Можно пользоваться и одним. Matrix Vision обеспечивает повторные покупки в наших структурах, потому что высокая эффективность, универсальность, расходуемость продукта одного флакона хватает где-то на месяц, плюс-минус. А также доступная цена. У нас 1300 единая цена, но партнер еще получает скидку возвратную 310 рублей. То есть фактически обходится меньше, чем в 1000. Это причем на месяц применения. Если сравнить с какими-то другими препаратами аптечными или там с операциями, которые сейчас очень сильно рекламируются, не всегда дают нужные результаты, то, конечно же, здесь без сомнения выигрывает Matrix Vision. Matrix Vision дает моментальный эффект. Это одно из
свойств Matrix Visum, моментально ощущаемый положительный эффект первого применения у значительной части людей. Это, конечно, не у всех, может быть, каждый третий, четвертый только ощущают, но все равно это то, что делает работу с Matrix Visum более легкой и радостной. Потому что счастливые клиенты – это всегда залог успеха. Конечно, большинству людей требуется курс применения, то есть многие чувствуют после недели, после месяца. Некоторые не особо чувствуют, но потом идут через пару месяцев к офтальмологам, и уже те говорят, что диоптрии изменились. То есть, когда постепенно меняется, люди даже сами не всегда могут это заметить. Но все равно эффект практически у всех есть. Ну, я, по крайней мере, у всех, у кого спрашиваю, у своих партнеров, помогло ли им, все, конечно же, говорят, что да. Кто-то чувствует сразу, кто-то через какой-то период, но продукт реально работающий. Это, конечно, очень здорово, именно с точки зрения бизнеса также. Конечно, всегда приятно, когда люди дают положительные отзывы, потому что как-то приятно быть сопричастным к улучшению качества жизни людей. Matrix Visum – это новый продукт для рынка с огромнейшим потенциалом, ведь подавляющая часть современного населения – люди с повышенными нагрузками на органы зрения. Им необходим Matrix Visum как для профилактики, так и для коррекции уже появившихся отклонений в органах зрения. При этом люди могут купить его только у партнеров компании Power Matrix. Тут можно сравнить с какими-то другими, допустим, продуктами других сетевых компаний. Тоже по своему опыту расскажу, когда я рассказывал о каких-либо БАДах еще в прошлых своих проектах людям моего возраста, то есть там чуть за 30 или там чуть меньше 30 лет, я редко ощущал какую-то заинтересованность людей, потому что в целом еще в 30 лет у большинства людей со здоровьем все хорошо, и люди не чувствуют потребность в профилактике, хотя, конечно, она нужна. Здесь же ситуация совсем иная. Как только я начинаю говорить про Matrix Visum, про эти универсальные капли, внимание сразу обостряется, потому что все эти, вся масса этих гаджетов, да, и смартфоны, компьютеры, различные там электронные книги, вообще обилие текстовой информации, очень мелкий текст часто. Все это, конечно, создает сверхнагрузку сейчас в наше время на органы зрения. И даже те люди, которые еще зрение как бы сохраняют стопроцентное, все равно не чувствуют, что происходит сверхнагрузка. То есть глаза устают, люди ощущают утром, там утрами песок в глазах и прочее. И люди ищут, вообще думают о том, как можно компенсировать эти сверхнагрузки. Кстати, по своему применению Matrix Visum тоже расскажу. У меня стопроцентное зрение всегда было, поэтому как бы по зрению я не могу сказать, что оно улучшилось или ухудшилось, потому что я и так все всегда идеально видел, но вот какие-то дискомфорт какой-то постоянно был в последнее время перед тем, как я начал использовать Matrix Visum. То есть я просыпался, как бы веки открывались со скрипом, такое ощущение было, потому что ну, сухие глаза были реально, особенно когда вечером за компьютером поработаю, а я за компьютером достаточно много работал. И здесь же я начал капать, и буквально, наверное, через неделю вот эти все какие-то неприятные ощущения, они прошли. То есть и сейчас я сделал перерыв, то есть я сейчас не применяю Matrix Visum, но все равно с глазами все нормально. И тем более сейчас проходит такой период аллергенный очень. Я всегда в это время, обычно у меня всегда слезились глаза, шло раздражение. И сейчас такого тоже в этом году нет. Я еще очень рад. Это что касается Matrix Visum. Ну, конечно же, по Matrix Visum очень много отзывов. Если у вас есть собственный результат, я буду рад, если вы напишите
прямо здесь в чате. Ну и, конечно, практически у всех результат какой-то есть, кто применяет. Ну, я на продуктах сегодня не буду долго останавливаться. Они, конечно, все уникальные. Можно по каждому говорить очень много, там, часами. По результатам, по этим механизмам действия, потому что действительно инновационный продукт. Вот могу еще так на буквально 2 минуты остановиться на Селене, потому что некоторые недооценивают этот продукт, Matrix Selen. Но он также очень уникальный, хотя вроде бы есть и препараты Селена и в аптеках, и там в других компаниях, но понимаете, что на самом деле препараты очень разные, то есть их нельзя сравнивать с Matrix Selen. Было замечено, что в Южной Америке племена некоторые вообще не болеют онкологией. Причем там очень активное солнце, то есть на самом деле там на солнце находиться нельзя, идет облучение, вот, радиация идет. И когда европейцы туда приезжают, резко повышаются риски онкологии. Это известно. Ну вот у племен, этих, которые там живут, все нормально было. Ученые вначале не понимали, в чем причина. Но потом вот исследования показали, что аборигены постоянно употребляют в пищу и при этом в больших количествах бразильский орех. А бразильский орех – это природный источник двухвалентного селена. И как раз вот Matrix Selen создан российскими учеными на основе переработки бразильского ореха, причем технологии эти уникальные. Селен заключается тоже в кластеры воды. Он становится максимально биодоступен. Вообще селен он не растворим в воде, но вот эта технология позволила полностью растворить его в воде и в такой форме, что организм очень хорошо его воспринимает. Если ну, вы знаете, наверное, что аптечные препараты, они очень токсичные селена. Здесь же, напротив, также нельзя, как и другими препаратами, сделать передозировку, потому что он очень биодоступный, и организм его хорошо воспринимает, усваивает. И даже если вы выпьете сразу весь бутылек, никакого токсического эффекта не будет. Это очень важно. Matrix Selen – источник природного двухвалентного селена, как я уже говорил. Ну и да, российская наука освободила нас от необходимости потребления экзотических орехов в больших количествах для вот восполнения дефицита селена. Matrix Selen обладает иммуностимулирующим действием и повышает защитные организмы, механизмы организма. Matrix Selen, он входит в состав ферментов, поэтому он также полезен для щитовидной железы, для поджелудочной. Matrix Selen очень полезен для мужского здоровья, так как тоже входит в состав гормонов, и для женского, потому что тоже входит в состав гормонов и вообще нормализует многие механизмы. Также для беременных и младенцев даже полезен. Ну, вообще, действительно, общеизвестно, что селен – это антиоксидант, защищает клеточные мембраны, предохраняя от повреждения ДНК клеток. Он также необходим для образования новых клеток и тормозит новообразование. Он полезен для сердечно-сосудистой системы очень. Защищает от патогенных микроорганизмов. Он обладает противовоспалительными свойствами, поэтому также может применяться при таких заболеваниях, как артрит или бронхиальная астма, полезен будет.
Он также защищает организм от вредоносного воздействия токсичных тяжелых металлов. У него также есть такое свойство, как улучшение усвоения жирорастворимых витаминов. Это тоже очень важно. Ну, вообще, селен называют микроэлементом молодости и красоты, потому что это такое комплексное воздействие на организм. Это коротко о матрикс селен. Ну, о продукте я на сегодня закончу. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите тоже. Еще несколько слов о компании Power Matrix. Компания Power Matrix абсолютно новая. Появилась, вот сейчас она образуется фактически. Первые регистрации начались в конце лета 2015 года, а продукт в той ассортименте, который мы сейчас имеем, появился только перед самым Новым годом. То есть фактически компания начала работать вот первые месяцы работает. Есть такой объективный закон 1990, который действует для любых компаний сетевого маркетинга. Он говорит о том, что 1% дистрибьюторов, пришедших первыми в компанию, зарабатывают большие деньги, 9% пришедших первые пару лет зарабатывают достойно, а 90% пришедших позже создают основной оборот, но обычно зарабатывают в пределах до 3000 долларов. Конечно, это все достаточно условно, и все мы знаем и исключения, да, из этого закона, когда люди приходят из зрелой компании, там добиваются больших успехов. Но, конечно, доля истины в этом есть, и у нас есть неоспоримые преимущества, потому что мы в самом начале, еще большинство людей в нашей стране не знают о компании Power Matrix, не об этих технологиях, не об этом продукте. И сейчас нам остается только рассказывать и привлекать новых людей. Power Matrix – это выгодный неагрессивный маркетинг. Щедрый сбалансированный компенсационный план компании не ориентирован на применение агрессивных технологий и психологическое давление. Но согласитесь, что на сегодняшний день большинство людей устали уже от всех этих действительно агрессивных технологий. Конечно, идет вначале мотивация очень такая активная, там в бинарах, в матрицах, но через какое-то время наступает разочарование, потому что люди не добиваются тех результатов, которые им обещаны. У нас же тут другой подход, у нас на каждом этапе людям комфортно. Power Matrix – возможность быстрого старта и долгосрочной перспективы. Классическая часть маркетинга обеспечивает стабильность и долгосрочные перспективы развития. А стартовый бонус позволяет начать получать мгновенный хороший доход уже с первых дней работы, потому что он начисляется мгновенно. И хочу перейти непосредственно к маркетинг-плану. Стартовый пакет компании Power Matrix стоит всего лишь 4800 рублей. Это та сумма, которую может найти на сегодня любой житель нашей страны, будь то пенсионер или студент, или безработный. И сразу же в стартовый пакет входит продукт на выбор на сумму 5200. То есть, покупая стартовый пакет, человек сразу еще получает скидку. После покупки стартового пакета человек обладает, уже партнер компании Power Matrix обладает правом на возвратную скидку. То есть, покупая тот же Matrix Vision за 1300 рублей, он получает 310 рублей возврат на следующий день. Начисление происходит в личном кабинете, он уже может эти деньги использовать, как ему захочется, или на покупку новых продуктов, или там на регистрацию новых людей и так далее. Или получить уже наличными. Так, рано еще. По бонусам непосредственно. Первый. Вообще, маркетинг-план состоит из нескольких бонусов. Первый – это стартовый бонус. Это бонус за покупки стартовых пакетов вашей партнерской организации. Максимально простой, максимально прозрачный, максимально щедрый. Очень легко посчитать, какой процент компания выплачивает партнерам. То есть, кто считает, тот понимает, что
около 70%. Вот посмотрите на эту простую табличку. Первая колонка – это поколение, вторая – это деньги, третья – это условия за продажу стартовых пакетов. В вашем первом поколении вы получаете 700 рублей, во втором 600, в третьем 500 и так далее, в девятом 100. Для того, чтобы получать с первых трех поколений, не требуется никаких условий, то есть абсолютно никаких, не нужно ни квалификации, ни личной активности, ни каких-то групповых объемов и прочего. То есть мы просто приглашаем людей и получаем деньги. Стартовый бонус начисляется мгновенно. На первом этапе этот бонус приносит самые большие деньги. Чтобы было максимально понятно, давайте разберем простой пример. Допустим, давайте представим такую ситуацию, что вы в первую неделю приглашаете лично троих партнеров, во вторую неделю двоих партнеров, в третью неделю одного партнера, а в четвертую неделю уже никого не приглашаете, уже больше занимаетесь тем, что помогаете тем людям, которые уже появляются в организации вашей. И ваши партнеры начинают повторять то же самое со второй недели. Давайте посчитаем вместе, какой будет стартовый бонус за первый месяц. Настает первая неделя. Мы, как я уже говорил, приглашаем троих человек за первую неделю. За первую неделю это, согласитесь, вполне реально сделать, потому что все ваше окружение еще никогда не слышали о компании Power Matrix. Мы приглашаем троих, получаем с них по 700 рублей, 700 умножаем на 3, получаем 2100 рублей. Настает вторая неделя, мы приглашаем уже в эту неделю только двоих, уже часть своего времени тратим на общение с теми, кто у нас уже есть. И наши партнеры, которые пришли в первую неделю, они начинают повторять наши действия, приглашают по 3 человека. В целом наша команда 14 человек, и нам начислен стартовый бонус. Сумма стартовых бонусов будет 8900 рублей за 2 недели. Настает третья неделя, мы приглашаем тут только одного лично, вот раньше вам обозначены люди, которые пришли в эту неделю. В целом наша организация 54 человека, и сумма стартовых бонусов будет 30300 рублей. Давайте посмотрим, что будет дальше. Настает четвертая неделя. Лично мы в эту неделю никого не приглашаем, но наши люди продолжают повторять наши действия. Кто-то приглашает по одному, кто-то по два, кто-то по три. А в целом наша команда 199 человек становится, и сумма стартовых бонусов составит 95700 рублей. Вот смотрите, в целом команда еще меньше, чем 200 человек, но уже стартовый бонус, выплаты по стартовому бонусу приближаются к 100 тысячам рублей. То есть это, по-моему, вот согласитесь, где еще такое есть с учетом того, что стартовый пакет стоит всего лишь 4800. То есть он доступен каждому. Подключение в компанию идет очень легко, потому что тот же, даже когда был только один Matrix Visum, у меня за месяц 9 подписались, потому что просто им нужен был продукт, и они вначале не думали даже о бизнесе. Это потом, когда они увидели, что тут какие деньги заложены в маркетинг, они, конечно же, тоже начали действовать и в бизнесе. То есть вот эта схема, она вполне реальная. Ну пусть это будет не 4 недели, а может чуть больше, да, потому что все люди разные, кому-то надо подумать там месяц, что-то сделать, я не знаю, не все одинаково активно работают, но будут у вас и те люди, которые приглашают за месяц не 6 человек, а там 10. Люди все разные. Давайте посмотрим, если такая динамика сохранится, что будет дальше. Остает пятая неделя, я тут уже на слайде не дорисовывал кружочки. Ну, наша команда составит 725 человек. Мы опять в эту неделю никого, допустим, не приглашаем. У нас уже есть...
6 людей в первом поколении, то есть мы получаем до 6 поколения по стартовому бонусу. Команда 725 человек, и сумма стартовых бонусов за эти 5 недель составит 288 900 рублей. И, допустим, 6-я неделя. Команда в целом 2633 человека, и сумма стартовых бонусов 829 900 рублей. Ну да, возможно, это будет не за 6 недель, может, да, больше. Но вот команда 2600 человек – это вполне реальный результат. Пусть у вас он будет, может, там, не за 6 недель, а за несколько месяцев, потому что, действительно, пример – это всего лишь модель, да, не все люди одинаково активны. Но все равно, вот при таком результате, 2600 человек, уже выплаты по стартовому бонусу приближаются к 1 000 000 рублей. По-моему, когда компания платит миллионы, уже интересно, конечно, и действовать. Потому что тут реально заработать себе, допустим, на квартиру, на машину, на дачу, на что хотите, на учебу детям, все реально. Причем не за многие годы, а буквально за месяцы. Итак, это вот обобщение примера. 3, 2, 1, вот этот пример. И за 6 недель он показывает, как заработать 829 900 рублей. Это вот такой у нас стартовый бонус. Но это только один первый бонус, который выплачивается за покупки стартовых пакетов. Но понятно, что люди, которые приходят в компанию, они продолжают покупать себе продукт. Потому что продукт уникальный, продукт нужен. Кто приходит, у нас на сколько там получается 34 наименования или 35 уже продукции. Они вначале покупают там, допустим, Matrix Visum, но все равно хотят все попробовать все продукты. И постоянно покупают. И вот повторные покупки, они уже учитываются базовым бонусом. Базовый бонус – это пример классического маркетинг-плана. Он гарантирует нам стабильность больших доходов. Какие здесь особенности? Ну вот базовый бонус он начисляется по итогам уже месяца, как и бывает по классике. Тут уже для его получения нужна собственная активность. Активность в нашей компании – это всего лишь одна покупка в течение отчетного месяца. То есть тоже можно Matrix Visum купить или любой другой продукт на выбор в течение месяца, чтобы получать базовый бонус. Какие особенности еще? Большие проценты, возможность получать бонус бесконечности. Очень быстро у нас закрываются первые квалификации, потому что директор – это всего лишь 1000 баллов группового объема с учетом стартовых пакетов. Далее квалификации зависят от количества директоров в разных ветках, так как директор очень такая быстрая квалификация. Вот буквально сегодня у меня утром подписался человек, мы с ним обсуждали маркетинг. Он говорит, вот допустим, он там где-то в Agile, по-моему, работал. Он говорит, у нас, чтобы войти, 50 тысяч людей оплачивают, а здесь уже директор. Ну, конечно, маркетинг-план у нас такой прорывной. Очень быстро достигаются квалификации, и выплаты идут уже до бесконечности с ранга президента. Также особенность очень такая интересная. Мы здесь можем получать с равных и более высоких по рангу. Это тоже очень важно, я считаю, потому что ну вот ко мне очень часто подписываются такие успешные очень люди в прошлых проектах, и они очень быстро закрывают квалификации. И в другом бы проекте я просто перестал бы получать, да, когда меня обгоняют, когда становятся, допустим, достигают верхних рангов, да, а здесь
же я все равно продолжаю получать с них, с их структур, потому что мы получаем здесь со всех. Это здорово. Что еще я здесь не сказал? Это тоже понятно, что базовый бонус, он в первом месяце будет по деньгам уступать стартовому бонусу, потому что вначале все покупают в вашей структуре стартовые пакеты, и повторных покупок не так много может быть. Но постепенно он будет все увеличиваться, увеличиваться. Вы уже не... Но это от вас уже не будет зависеть, да, потому что люди будут вот формироваться, будет потребительская сеть, они все люди будут что-то покупать, и базовый бонус будет постоянно расти. Конечно, я неправильно сказал, что от вас не будет зависеть, будет зависеть от вашей активной, конечно, деятельности, но вот он постепенно, но расти будет, потому что я уже заметил, его рост уже стал также очень наполнение финансовое, очень стало у меня интересное по базовому бонусу. Итак, следующий бонус, это командный бонус, это 15% от базового бонуса первого поколения. То есть у вас в первом поколении есть люди, кто-то получает больше, кто-то меньше по базовому бонусу. Берется вся сумма этих бонусов, берется 15% от них и начисляется вам. Если у вас очень активное первое поколение или широкое, то этот бонус также может быть таким очень-очень существенным. Здесь одно есть условие, это наличие двух и более партнеров в ранге золотого директора в первом поколении. Ну, в принципе, оно достигается достаточно оперативно. И есть у нас еще автомобильный бонус, который начисляется с ранга золотого директора. Он не превышает 20 тысяч для золотого директора, 100 тысяч для бриллиантового президента. Он не может быть больше 10% от вашего базового бонуса. Если у вас базовый бонус небольшой, то и этот бонус будет вначале небольшим, но с ростом базового также будет расти. Автомобильный бонус нацелен на компенсацию ваших расходов на автокредит или на какие-нибудь лизинговые автопрограммы. Пожалуйста, хотите автомобиль? Зарабатывайте, получайте. Это коротко о маркетинге. Буду рад ответить на ваши вопросы, если они возникли. Напоминаю, что у нас вебинары идут каждый день, кроме воскресенья, 18:00 по Москве. И сейчас уже и в структурах в различных свои вебинары проводят в различное время. Пожалуйста, узнавайте тоже, какие у вас вебинары идут. Ну, смотрю, что вопросов пока новых нет. Меня зовут Олег. Спасибо большое за внимание в этот теплый майский день. Спасибо, что уделили мне внимание. Желаю вам больших успехов вместе с компанией Power Matrix и, конечно же, выполнения ваших целей по здоровью, потому что это тоже реально. Тут вопрос такой врачебный. Мне сложно на него ответить, потому что я не врач. Я передам его врачу. Или вы можете задать его на вебинаре с врачом во вторник в 18:00. Мне так сразу сказать сложно.
Когда офисы будут в Екатеринбурге? Офисы в Екатеринбурге есть, допустим, есть, сейчас открылся склад на Карла Липхента в торговом центре Богатей. Там, по-моему, 7-й офис. Сейчас там сделан достаточно такой большой заказ, и через какое-то время продукт будет. Ну и также, если вы находитесь в Екатеринбурге, вы можете всегда связаться со мной. Сейчас телефон я напишу, и в принципе, пока я в Екатеринбурге, вот и по продукту, у меня тоже часть продукта есть пока. Это мой телефон. Спасибо за внимание. До новых встреч. Успехов!